Здравствуйте, меня зовут Алексей, с вами компания Лесобаза РФ. Многих интересует вопрос, как же снять старую краску с поверхности древесины? Мы не только вам расскажем, но и покажем, как это сделать. Для того, чтобы быстро удалить старую краску с поверхности, нужно использовать такой инструмент. Это обычная болгарка. Для нее мы берем зерно с абразивом 80. Одеваем и поехали. Работа эта очень пыльная и сложная. Делать ее нужно очень аккуратно, иначе болгарка оставляет глубокие вмятины на материале. После того, как мы сняли старую краску болгаркой, красить еще нельзя. Поверхность вся в царапинах остается после болгарки, поэтому лучше взять эксцентриковую машинку и прошлифовать еще раз 150-м зерном. Вот она у меня в руках. Давайте попробуем. Эксцентриком аккуратно убираем все неровности древесины, снимаем все царапины, оставленные предыдущим грубым зерном, и получаем вот такую гладкую, красивую, готовую к покраске поверхность.